Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Я пока не могу использовать эту способность. Слава, блядь. Войд. Слава! Блять, меня слышно вообще или нет? Слышно, привет. Привет. Блять, Слава, иди танчи, сука. Да тут второго танка нету, чё. Да, блядь, трэш пока можно штанчить. Да можно, с него сейчас агро порвут, и опять все помирать будут. Он танчил две пачки сразу, а где просто дурак. Он думал, что у нас тут хантол дофига. Танков дофига. Побудителя залейте. Побудителя залейте сначала. Блин, что у нас локов тебе не осталось?
У нас есть Холи Пал здесь, учитель и я. Ну, нормально. Что, диск? Нет, тут нормально. Слава. Да. Слава, куда ты за дерево забегаешь? Ну, блядь, как дурачок какой-то, нахуй ты это танчишь пол инста, блядь. Понял, что получше. Все. Красава вы. Блять, танков нету, куда ж ты прешь, столько мобов агрит? Ты один танк, блин, ты ж не держишь. Пиздец. Больше времени потеряем, чем ты хочешь нагнать. Ну вот ты даже без последнего пака трэша, ты мелких еще мы не добили, ты пошел новую пачку взять, чуть не умер, потому что за дерево убежал. Деморонайзер, ты в РК? Похоже, нет. Придется ему писать. Блин, могу резнуть, нифига нет. У нас мест, у нас 5 мест. Рано агришь, маны нету у хилов. Мы только зашли, ты с пулю, не попить ничего. Ну ты хоть смотри на ману хилов, вот. Да блять, он кого-то гуся нахуй творяет, пиздец, я в шоке просто. Эх, Славка хочет положить нас, да до сраки гимноману. На ману помогает, когда у тебя половина маны, еще как-то. Когда у тебя 0 маны, и тут еще бить и бить трэш, ни хрена этот гим не даст. Из этих друидов походу пока. Не звучал, блин. Гуся нахуй ее ебало. Поднимите войда кто? Теоретик, подними Войда, подними Войдбист, теоретик. У нас там еще есть БДК Белин, держи мобов. Зачем ты с тела встал? Подняли. А
нас и так сейчас три танка. Здесь демонорайзер. Здесь... Конты даем на пул Навара. Протопал сам заберет Навара, допустим, на пул. Там кружочек. Блин, Войд, куда ты ушел? Ну что за фигня? Стоп, дайте ему резкость. Где второй танк? Нам тут чуть-чуть осталось, да. У нас вообще сейчас будет танчить Демонорайзер, Хризефилакс, ну, на трэше, и ДК, которая лофнулась, Кралька. Кралька, ты здесь, Тебарка, ты нас слышишь? Демона найти не могу, вообще беда. Чем могу помочь? Береги себя. Надо переставлять. Кайханты с танками в пати побудут, чтоб на пуле воли лучше. Не как обычно. Ух ты, Войд с локом нам зашел, вот красавчик. Две совы есть, два шипа есть. А потом на Хальване в шипе спекнулся, пока ангела покидаю на болтаре. Где там у нас Кралька? Блин, у тебя же есть ДД на этом ДК? Или он вообще типа только танк? А, Белин? С другой стороны. Еще не готово. Давайте свищемся в командира, в звездочку даю. Тот пока трэш не уешьте. Можете только бомбу понакидывать, фаермаг, LG. Если LG не аркан, конечно.
Почему? Ты одними бомбами не сорвешь, Свара. Бомбами ты просто себе глыбу вызовешь и будешь в командира вливать, да и все. У нас 4 места, 4 ДД, желательно РДД. У нас кралька, правда, офнулась почему-то. Белин, ты меня слышишь? Ты здесь? Белин. Что там появился, кто нет? Та 4 слота нам. МРДД нужны. Кастеры какие-то. Иди, наверное, этих 3 моба слева. Кто-нибудь сам. Ловите, кто-то, кто там может привести. Давай, на тебе ускорение. Кралька, привет. Ты таки зашла в РК. Ты заходишь на ДК? Так я же на ДК. Ну как? В рейд. Написано, что ты офлайн. Почему? Привет, какая калька. А, я вижу, ты летишь. Ну, не знаю, а ты, наверное, релогалась у меня в хилботе. А, ну я релогалась, да. Ну да, да, все, лети, давай, молодец. Мы сможем сумануть скоро. Да, уже можем сумануть, с нами лог, боссов не пуляем, сейчас шкаф поставим у Савиана и суманем всех. Плюс 1 РДД, нам еще надо 3 штучки. Что-что, Каук, что ты спрашиваешь, уже начал минуты ДРТ считать. Нет, еще не начал. Но мы успеем, я надеюсь. Врачить не будете, успеем. Давайте суманем всех. Суманите, пожалуйста, кральку, ДК, Эма. Боже. Эч, поч, мать. Давайте сумоним, подождите. Ой, паладины демонорайзер. Пожалуйста, прото. Нет, не надо прото каски. Раздавай, есть ДЦ, прото не надо. Можешь себе только давать. Остальным каски. Animal Jazz кулаки, слышон монореги. И все хорошо. Тэшть у нас будет кралька. Дека. Кого там сумонить? Быстрее, плюсуем. Так. Пока в 5 хилов, но это потому что я в шипы пока не спекнулся, я на болтаре все-таки подстрахую ангела, дам вам, чтоб не падали, чтобы быстрее снесли. Будет сильно прошибать.
всех убили, всех сумнули. Убили. Стрессота. Кто дальше бьет? МТ у нас Эч по чмачка. Вот кружок. Кружок у нас МТ. У всех есть бафы? Нет, не у всех. Чего не хватает? Пишите быстрее. Хризи Филокс, да, в ДД на следующем боссе в танке. Все, давайте начинаем. Не тянем время. Давай, кральку пуляй. Ханты иступления снимаем с босса, как будет. Усмиряющий выстрел. Под дыханием не стоим во время приземления, с метками выбегаем от рейда. Только желательно в зону, куда не приземляется босс, чтобы на вас не дыхнуло. Смотрим метки. Утипутя, Формер, Каук, Теоретик, Анимал Джаз, Аркон. Аркона не слушает меня, сейчас стал под дыхание. Дыхнуло бы и все. Ты лучше вниз чуть-чуть спускайся, в сторону дерева. Ну, вот я сам, беда там, сам недавно пошел и тоже там стоял, где сова, и она меня приземлилась и дыханием сбрила. И все. Этому не стоит так делать. Ну, возьми курика 61. Блин, одни фурики. Уже сделал. Смотрим метки. Три Паладина, Рокстер, Аркона, Бусинка. ДПСа нет, да? А у Рэйди так я еще спекну с ДД, скобомет АФК, еще пару РДД. Еще пару не добрали, ВАР тоже. А, Фаварин. Ну там мага вообще нет никакого. Ну сейчас будет все, не переживайте. А считайте, 5 ДД пока что нету. Потому что я в хиле, несколько ДД, один ДД АФКшит и несколько в нинста. У нее есть берса? Есть, конечно. Круто. Но не скоро. Сейчас мы на Болтара всех суманем. Сейчас нам лог зайдет, еще у нас два слота получается. Альтея, я надеюсь, примет. Йоло Депс. Каставру там поставьте. Какой анимал? Где он два окна? Где это вы? Ага, что реально в два окна? Animal Jazz, что сова твоя? Да чуваки, на протяжении двух недель я уже в два окна хожу. Что-то я запарывал, что ли? Зачем два окна? Зачем два окна? Когда у нас кикай, кикай второго перса, забирай кому-то человека. На мага попробуй. Кем пойдешь, друидом или неплохо. Паладин? Энимал. Кем пойдешь, друид или пал? Ну ладно. Ну не тяни время, просто говори, ретрик или давай друидом ты останешься, окей? Да нахуй надо чё. В смысле нахуй надо? Давай, ты останешься нам друидом, потом паладином сходишь, мы еще соберем. Ну, ты в два окна идешь, два ЕП получаешь на двух персов, да? Ух, тряси, на тебя нет. Ставьте шкаф быстрее. Еще раз тупой увижу, ДП накину.
хоть сейчас кидать что. Понятно. Круто. Круто, это вообще, я не знаю, у меня слов нет. Два окна, не разрешили идти, ты ливаешь. Вообще крутой парень. Когда на том КД Войт ливнул, с рейда мне перевесился рейд-лидер, блядь. Мне помог Капар собрать рейд, я пошел в два окна, никто ничего слова не сказал. Тут какой-то, блядь, спалил то, что я в два окна иду. Я ничего не запорол. Это нормально? На Хали я тоже ничего не запорол. У нас солнцегильдейцы спрашивают, есть ли место в РС, а ты сидишь. Нету места в РС, потому что РС суббота, РС 25Н, 18.00. Где не раньше были? Тем не менее. Да не тупите, давайте быстрее. Ладно, пуляем так. Сейчас шкафа нету, я все понял. Воки, спасибо за шкаф. Красавчики. Слава, шкаф. Где там пропал без вести? Ее вот дед уже подлетает. Давайте быстрее в арказов. Сейчас мы с ума не у всех. Вара, там лысый пенек, где он? Здесь уже, здесь. Потом, кто, кого мы еще добирали? Хазарок, здесь. Не Энхам или Эршамы? Ты Энхам. Ты что, у нас нету одного РДД в гильдии уже? Пошли, ну, блин, какой-то потом. Какой-то лоб писал уже идет. Ладно, похер. Первую копию танчит нам Кралька, вторую забирает нам Демонорайзер и последнюю Хризефивакс. Под мордой не стоим, отходим. Альте не готова, пуляй. Кувак, шаман, дайте, пожалуйста. Дайте кувак. Кто там? Любой рейтрик, дайте кувак по шаману. Шаман. Под морды уходим, смотрите, куда их видели там. В последних копиях ДМ делал. Под меткой чуть-чуть отходите от босса, на ком метка. Это с разделением. Пови, пов один, вторую копию. Волну исцеления, пожалуйста, учитель, не забывай. Скоро последняя копия, смотрим. Шаман. И Хризефилокс активно хилим. Это прожимайте, сейчас мы их добьем, лям остался. Перед боссом идешь, киллами нормально, никому ничего не мешает. Все, я спекаю ШП, сейчас подождите, не пуляйте босса, сейчас я 30 секунд. Я справа. Секундочку, я добегу и можете пулять. Дайте маду пить. Хорошо, пьем маду. Ну подождите, подождите, нас еще хватает чуть времени. Можете вместо ретри ауры или вместо коня поставить ауру от огня. Дайте лапку и квак, шаман. Дайте, пожалуйста, баф, квак. Какой ретрик? А, Кирюха, Седдер, дай, пожалуйста, квак по шаману. Спасибо. Все, давайте, пуляйте. И лапку раздайте. На пул. Прист пишет. Где прист? Гильдии, что ли?
Он все пуляет. Я ничего не услышал. Давайте пулять. Лапку. У тебя же ассист есть, да? Да. Это ж по воде. Ну да. Блин, что-то придется делить сейчас миликов. Кто-то будет в свету. Сейчас я посчитаю. Престом посетил. Ну, заберись, блин. Ну, уже фу. Давайте ждем еще одного с туманем последнего престома, все. Кальк, не ругайся с ним, потом поговорим с ним. Да чё ты нахуевший, край? Ну, да, есть такое. Идёт в мышь, блядь, хоть бы сказал чё. Ещё пиздец чё-то начинает, уёбок. Весёлочка, ты в РК, давай заходи активнее на приста, пожалуйста. Так, кто у нас хилы, всё хорошо. ДЦ у Типутя и Седдер хилят свет, формер учитель тьму. Пойдёт вам? Или Седдер один хилит нам? Кирюха, похилишь нам один свет? Да можно попробовать. Давайте формер, учитель, утипутя, пускай три будут во тьме. Хорошо, все меня слышат, хилы. Все, кроме Седдера, во тьме хилят. ДЦ и так далее, я не хочу, чтобы мы падали. Только понеспалишь, если кто-нибудь. Да, Седдер нам спокойно свет. Есть рыба. Подиспелите кто-нибудь свет только, кто подиспелит свет? Ну, давай попробует Рокстер. Давай. Кто Свету танчит? Свету танчит Протопал Демонрайзер, а Кралька Декой во тьме. Сначала начинает Кралька танчить, ну а потом уже на третьей фазе. Так, дайте, кроме выключи коня. Ставь что-нибудь там полезное. Да тут нечего уже ставить полезно, честно. Давайте этот самый, как его? Какой-то ретрик во тьме поставить для кастера в ауру. Лысый пенек, все ДД, все МДД во тьме остаются. Все РДД, ханты, локи, маги идут, выходят в свет и дамажат. Есть... По престу баф. Подожди. Дай. Ага, есть вроде все. Так. Что, коня уберут кто-нибудь? Что кому не хватает? Да ладно, похер на того коня, хватает. Че, конь-то мешает. Кому что не хватает, давайте скорее, пожалуйста. Короче, ни разу я не танчила тьму. Зашла два шага назад, да? Ну, да. Зашла под дефами. Дальше что? Как мне понять, что ты не попасть под лезвие? Жмешь незыблемость. Перед тем, как зайти, жмешь незыблемость. Там у тебя же босса делаешь пару шагов вправо, так, чтобы лезвие потом мимо тебя прошло. Поняла? И все, и танцы. Смотри, ну, смотри, ты его вот... ставишь как свету. Ты его ставишь, ты представляешь, будто это свет, и ты его ставишь примерно так же, на таком же уровне, да? Да скажи тебе, как повернуть, и все. Нет, смотрите...
Ну. Как мне понять, какой шарик, с него какое лес, ну, что с него лезвие идет? Смотри, там всего два шарика, и там линия идет от шарика к шарику лезвие. А, тебе надо просто два. Смотри, тебе надо от него убегать, чтобы не попасть. Если лезвие появляется слева от тебя, то ты, наоборот, за ним постепенно ведешь. Но тебе надо его... Как тебе... лучше... Подожди, как лучше сделать шарик передо мной? Или лучше, сзади лучше, чтобы он слева от тебя был. Перед тобой, всё, слева от тебя, и ты будешь за ним ходить, потихоньку крутить босса, и всем так удобнее. А я точно успею все это сделать? Так, а там нечего делать. Тебе там пару шагов разница, вот и все. Ладно. Ну, если я вайпну вас первый раз, не ругайте. А я тебе буду говорить, что делать... И все. Только смотри, чтобы сильно его не крутить, тебе надо сделать два шага назад, как сказали, чтобы ты была не под его головой, а под его головой. Вот и все. Сейчас давайте чек и погнали. Ой, с Богом. Блин, готов? Белин. Все, заходим. Сейчас я агрюс. Начинаю с чего? С прихватки? Схватки? Да, с притяжки и ЛПшки даешь 7 штук. Ты же знаешь, как давать 7 штук. Только добеги для него сначала. Да, а только ты... добеги. Ладно. И поставь так, чтобы ты не была под его головой, а немножко... Все, я готова. Все, давайте начинаем. Дайте на пол сразу на деку. Во! Не, выйди с-под головы. Поверни чуть-чуть влево его, поверни. Да. Молодец, во тьме так же. Вот во тьме так же, как сейчас, и все хорошо, понял? Пусенька, беги. Так, во тьме нам учитель подиспелишь, да? А че я сразу? Самый крутой парень. Да, еще как выйдете из тьмы, ханты сразу на пол попротупал, дайте и туда его давайте. Да. Вот это выходи. Так отойдите чуть назад, вам же хватает рейнджа отбить. Под хвостом, перебегаем. Сейчас заходить будем, смотрим, куда разливается, потом заходим. Подожди, кралька. Все, можно заходить. Первая кралька, потом хилы. Ожидаем. Хилы зашли. Все, держи его. Да, и выносил джи. Посмотри, лезвие появляется сейчас. Скоро. Подожди, жди. Сейчас ты будешь убегать от него. Сейчас ты от него убегаешь. Помедленно. По чуть-чуть. Смотри, смотри. Беги. Молодец. Молодец еще. Сейчас на нас повернешь. Поворачивай чуть-чуть. Еще. Молодец. Рейд, смещаемся. Все, молодец, кралька, молодец. Вот так и делаешь постоянно. Каждое лезвие. Убегай. Ты теперь сейчас будешь бегать за ним, за лезвием. Угу. Чё там по процентам? Чё немного? 54, 55. После лезвия выходим. Всё, за ним, по чуть-чуть за ним. Молодец. Это чуть не так. Слышу, он убегает. Имплантация. Диспольте с имплантацией. Входим в портал быстрее. Свет, все РДД, ханты. Рост сейчас в свету дадим. А, рост мы не дадим. Да, дадим. Казарок. Казарок там. Блядь. Вау, ладно, все. Казарок, выходи, наверное, в свет. Выходи в свет, Казарок. Или с туннеля беги. Иду. Я еще поверну на вас. А на другой стороне не перебегай. Стойте, рейд, стойте на месте. Рейд, стой на месте. Казарок, ты вышел к нам, да? Просто дать, да? Да, давай, да, выходим. Служу, выходим. Все сунели, выбегай с рейда.
то у тьмы перевес, да? Тьма, стопаните тебя там немножко. Свет должен стопать. Свет, да. Свет, стопаем. Все, перебегаем, стопаем. Просто хилимся, не знаю. Выноси метку, лок. Лок. Свет, стопаните, 80 уже, алло. Свет, стоп, ДДР, ДДХи, вы убираем метку. Убираем таргет босса и стоим, хилимся. Да еще больше, чего вы ждете? Стоим, ждем. Выбегай, сова, терит. Понятно, Хазарок вышел, свет перевес. Стоим, курим свет, вообще. Пока курит, ждем. Метеор перебегаем, потом перебежим. Сова, залима, да? Я сейчас дам гимн. Смотрим, куда лужа. Лужа, шумиха выбегает, все, дамажим все. Фул ДД уже не стопаем, добиваем. Жмись во тьме, кралька. Типутя, выбегай с меткой во тьме, скобомет свету. Молодцы. Лутик нормальный. Блин. Тут, в принципе, хилить и дисплеить можно одному в палу. Вообще изи. Пиздец, проебал чешку я. Да уж. Ну еще плащик. А этот плащ идет на лице? Да, прибис. Град с чешкой. Блять, я ее никогда не срулю.